На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В рамках этого мероприятия традиционно проводится пресс-конференция руководителей дочерних компаний. Сегодня генеральный директор компании «Газпром» Межрегионгаз Оренбург провел традиционную пресс-конференцию, на которой были озвучены основные итоги работы предприятия за 2017 год и 5 месяцев текущего года. Самым важным и проблемным по-прежнему остается вопрос с неоплатой денег за потребленные ресурсы. Общая просроченная задолженность на 1 января 2018 года составила почти 1 миллиард 800 миллионов рублей, в том числе по промышленности 1 миллиард 557 миллионов рублей. Самый у нас сложный и недисциплинированный потребитель – это традиционно, к сожалению, сфера жилищно-коммунального хозяйства. Основная причина таких долгов – убыточный тариф, говорит Дмитрий Бородин. Однако стоит добавить, что работа по урегулированию ситуации ведется и уже приносит положительные результаты. Из 92 предприятий коммунального комплекса 43 рассчитались на 100%. Нельзя не отметить, что население области платит за газ своевременно. Такая дисциплинированность – результат планомерной работы с населением. Традиционно уже практически шестой год мы обеспечиваем свыше 100% сбор платежей по населению. За 17-й конкретно он составил 100,8%. Еще один важный пункт доклада – соблюдение требований закона номер 261 об энергоэффективности. До 1 января 2019 года на территории Оренбургской области необходимо установить свыше 15 тысяч приборов учета газа. И, как показывает практика, это вполне реализуемо, в том числе при непосредственном участии муниципалитетов.